В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны на портале Госпогранкомитета открылась виртуальная книга памяти. На ресурсе размещена база данных военнослужащих Белорусского пограничного округа, погибших и пропавших без вести в первых боях на границе. Биографические сведения собраны в результате поисковых архивных работ исследователями истории пограничной службы Беларуси. Процесс поиска и уточнения данных продолжается. Если у вас есть сведения о военнослужащем, который проходил службу в составе пограничных соединений на территории Беларуси в 1941-1945 годах, присылайте их по адресу электронной почты, которую вы видите на экранах.